Приложение с аналогичным государственным DE-интерфейсом создал дома на обычном лэптопе 21-летний житель Запорожья. Разработчика задержали правоохранители. Свое фейковое приложение он распространял в интернете. За 100 гривен каждый желающий мог редактировать официальные данные, в том числе ковид-сертификат. Теперь подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Сам юноша рассказывает, сначала создал приложение ради шутки. Расскажи, как ты пришел к этому, что создать, сделать? Как снимал деньги? Ізначально все для шутки було. У фейковій програмі користувачам надавалась можливість створити собі будь-який документ з представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь. На такое правонарушение уже отреагировал министр цифровой трансформации. Цитирую, предлагаю направить парня на исправительные работы в IT.